письма Владимира Васильевича Слесарева в Архангельскую областную научную библиотеку имени Добролюбова. Здравствуйте! Ваше сообщение о готовящейся презентации моей книги, да еще такой день, заставило меня немало поволноваться. Представление в книге библиотеки для меня большая честь. Благодарю за такое внимание и сожалею, что не могу быть рядом с вами. Живем не без проблем. Какие сегодня у тех, у кого есть сыновья, дочери, внуки? Телевизор смотрю мало. Когда раздражает, переключаю на новости. Но и там мало радости. Жена говорит – старость. Читаю. Догоняю упущенное, перебираю свои бумаги, делаю строже заметки, чтобы не вспоминать, чего не было. Живем пока на даче. Иногда балует солнце, но тоже уже листопад. Бродить по осеннему лесу, он здесь рядом, привычка из детства. Слушать в его таинственной тишине шуршание под ногами опавших листьев, сопровождаемое пробудившейся в душе мелодией легкой печали, словно гулять по галерее сюжетов и жизни. И хотя рису бываю реже, краски осенних мотивов понятны. Часто с Ритой вспоминаем наш Архангельск, людей, даривших нам радость общения. К счастью, их немало. Этим займемся и 14 ноября. Вот, наверное, и все о сегодняшней жизни. Остальное в книге. Еще раз прошу принять слова благодарности и пожелания успехов в вашем деле. Привет участникам акции. Владимир Слесарев. 3 ноября 2015 года. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех собравшихся в актовом зале Добролюбовки на 80-летний юбилей заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Владимира Слесарева. Владимир Васильевич в разные годы работал преподавателем музыки, вел музыкальный календарь в газете «Северный комсомолец», возглавлял музыкальную редакцию на Архангельском телевидении и Архангельскую государственную филармонию. Благодаря его инициативе в Архангельске получили прописку фестиваля искусств «Зимушка-зима», «Белые ночи» и многие другие. Любимая всеми архангелогородцами кирха стала малым концертным залом филармонии именно в то время, когда ею руководил юбиляр. Родившийся в Архангельске, всю свою трудовую жизнь посвятивший родному городу, после выхода на пенсию Владимир Васильевич уехал в Подмосковье, но свою малую родину не забывая. В юбилейный для себя год он сделал землякам поистине щедрый подарок – книгу записок о прошедшем «Дальние прогулки с дедом». Ее мы и представляем сегодня вашему вниманию. Воспоминания. Вечные лампады, былой весны чарующий покров, страданий духа поздние награды. Последний след когда-то милых снов. Владимир Васильевич пишет в своей книге. Благодарен судьбе за то, что она подарила мне время и возможность осмыслить не только свою жизнь, целиком отданную моему родному северу, но и жизнь моих ближайших предков. Заметки эти не только о семье Слесаревых. Читатель найдет в них имена и известных промышленников, лесозаводчиков, моряков, музыкантов, учителей с русскими и иноземными фамилиями, коллег Слесаревых, их друзей, родственников или просто знакомых. Много теплых слов посвящено деду Никите Михайловичу Слесареву, которого судьба привела на север. Что подвигло его приехать сюда, перевести семью? Почему взамен благополучной столицы Никита Михайлович выбрал холодный Архангельский край, Архангельск, да еще и его островную территорию? Обратившись к историческим фактам, архивным документам и документам, сохранившимся в семье, к собственным воспоминаниям Владимир Васильевич, на наш взгляд, смог ответить на вопросы, которые не успел задать деду. Читаем у Владимира Васильевича. Архангельск в конце 19 века отличался стабильностью населения.
Грузооборот Архангельского порта в 12 раз превышал грузооборот Петербургского. Здесь успешно трудились морские и речные суда на паровой тяге. Лесозаводы Архангельска были самыми оснащенными в России, а их качественная продукция известной в мире. Развивалась телефонная связь. Лесозаводы имели свои электростанции. Как утверждают исследователи, губерния входила в четверку наиболее благополучных в империи регионов. Архангельский удельный лесопильный завод основан в 1893 году. Именно сюда с семьей приезжает в 1903 Никита Михайлович, а уже в 1906 получает приглашение на работу в качестве заведующего технической частью Архангельского удельного лесопильного завода. Племенник – далекая городская окраина. Со времени заселения жил работой. Здесь всегда уважали трудолюбивого человека, а иных на корабельном и не было. Коренными архангелогородцами были бабушка и дедушка Владимира Васильевича по материнской линии. Дед по маминой линии Александр Данилович Лисенко был сыном приписанного к Архангельскому мещанскому обществу матроса Данилы Анисимовича Лисенко и законной жены его Екатерины Силуяновны, когда пришло время женился на Марине Ивановне Перкуль. И всю свою жизнь работал на майвоксанских лесозаводах Стюарта Норд Шольца. Как мы уже говорили, книга «Дальняя прогулка с дедом» – это не хронологическое повествование о своей семье. Недаром автор под заглавием написал записки о прошедшем. В этих записках многие-многие семьи, проживавшие на Бревеннике, сам остров, с его предприятиями, школой, клубом, библиотекой и неповторимой природой. Редактором книги был Анатолий Глущенко, которого связывают с Владимиром Васильевичем не только деловые взаимоотношения, но и узы дружбы. Анатолий Степанович, вам слово. Есть такая журналистская притча. Поехал к журналисту в командировку на день, приехал, написал роман. Поехал на неделю, приехал, написал повесть. Поехал на месяц, написал рассказ. Поехал на год. Вернулся с несколькими строками новости. Я с этой книгой вместе с Владимиром Васильевичем провел целый год, так что мне остается сказать вам только несколько строчек. Я очень рад, что в Архангельске заметили эту книгу, и что библиотека даже сподвигнула себя на вот такое шикарное для представления книги, действие. Я не могу здесь заменить автора. У автора и редактора разные совершенно задачи. Автор пытается наполнить мыслями и фактами повествования, чтобы мысли роились, чтобы факты расцветали пышным цветом. А редактор нацелен на то, чтобы все эти факты, все эти роения мыслей выстроить в какой-то строгий порядок. Вот мы этими делами занимались. Вот такой контрапункт отношений редактора и автора. Но это не помешало нам действовать в одном направлении. И книга, кажется, получилась, и мы этому рады. У нас хорошее настроение. И я вот только что разговаривал с Владимиром Васильевичем. Несмотря на свои болести, то, что там ему плохо ходить и так далее, он жизнерадостен. И нацелен даже на новые свершения вот на этом поприще. Я хотел бы просто отметить несколько сторон или несколько таких примечательных черт этой книги и примечательных черт Владимира Васильевича. Во-первых, это его дотошность в описаниях, дотошность в разыскании фактов, дотошность даже в том, чтобы каждое слово точно соответствовало тому смыслу, который он в это слово вкладывает. Если он сказал о человеке «мудрец», значит, это должен быть действительно мудрец. Если сказал, что это проказник, значит, должен быть проказник. И второе,
свойство – это необычайная, даже можно сказать, любовь к своим героям. Не только к своим героям, но и к читателям книги, к людям, которые читают эту книгу. Я работаю вместе с Владимиром Васильевичем над книгами его в третий раз. Первая это был «Музыкальный проспект Архангельс», вторая это была «Антонина Яковлевна Колотилова. Страница жизни». И вот, наконец, вот эта вот книга, вокруг которой мы сегодня вот уселись, значит, и ведем разговор. Необычайная любовь, необычайное уважение к людям. Я не помню, чтобы о ком-то из своих героев он сказал какое-либо плохое и унижающее слово. Вот это вот, на эти черты я хотел бы и только обратить внимание. Я желаю, чтобы сегодняшнее действие пришло всем по душе, чтобы оно вселило в нас вот тот дух, который вселяет в своей книге Владимир Васильевич Слесарев, и чтобы книга эта, стала хорошим спутником для каждого из нас вот в отношениях с теми местами, где мы родились, где мы живем, и из которых мы не собираемся уезжать. Всего доброго. Среди персонажей дальних прогулок с дедом – люди, с которыми сводила автора судьба на протяжении всей жизни. Учителя и соученики, коллеги-журналисты и музыканты, и музыкальное училище, которое дало автору путевку в жизнь в прямом смысле этого слова. И снова обратимся к книге. Двери в мир музыки распахнулись передо мной, когда я увидел свою фамилию в списке успешно сдавших вступительные экзамены и зачисленных на первый курс музыкального училища. Каждый день я входил в здания, напоминающие улей, на всех этажах, площадках, в каждом свободном углу упражнялись баянисты, домристы, трубачи. В нашем вечере принимают участие сегодняшние учащиеся Архангельского музыкального колледжа и его музыкальной школы. Людвиг ван Бетховен. Торжественная песня. На сцене лауреат международных конкурсов Никита Агафонов. Концертмейстер Лариса Киселева. Я знаю, почему.
исполняет лауреат международных конкурсов Алексей Чепеленко, концертмейстер Лариса Киселева. Thank you.
Слесарев попробовал себя в качестве журналиста впервые как ведущий музыкального календаря в областной молодежной газете «Северный комсомолец». А 1 апреля 1964 года он стал музыкальным редактором Архангельской студии телевидения. К этому времени студия работала 3 месяца. Надо сказать, что я до филармонии сотрудничал с «Северным комсомольцем», с газетой «Северный комсомолец», и писал там такие небольшие о музыке, в газетской статейке. Видимо, их, так сказать, ну, кто-то приметил, и друзья из Елены Ивановны порекомендовали меня. И вы знаете, я пришел на телевидение, помню свое детство. У нас там ничего не было, у нас и музыкальной школы, и дворца пионеров. Самый лучший был клуб и духовой оркестр, в котором я с 8 класса играл. По-разному играл. Мы были и музыканты. Разные. На трубе или на кларнете? Я играл на барабане. Барабаны сначала. Я играл на барабане, но я слышал трубачей, кларнетизм. Поэтому вот так я пригласил на телевидение. Я решил, что я должен и могу чего-то здесь сделать для таких, как я, выросший в Ревенике, потому что это была вся область. Да. Так я пришел на телевидение. Первое задание, которое дали Слесареву, найти музыкальную заставку, которая предваряла вещание. Прослушивал записи в фонотеке и нашел, услышал песню о Белом море. Она-то и стала позывными архангельского вещания. О том времени, о совместной со Слесаревым работе на местной телестудии расскажет Владимир Яковлевич Лойтер. Вообще, так мне, честно говоря, неудобно. Здесь сидят два его ближайших, так сказать, соратника по работе. Мы с Владимиром еще больше дружили, чем работали. Вот. И здесь, например, Сергей Анатольевич Рассказов, известный, так сказать, у нас кинорежиссер. Естественно, Борис Израильевич Летак. Но почему-то они делегировали говорить мне. Но вы читали книгу, поэтому о деятельности в качестве музыкального редактора я распространяться не буду. Могу только рассказать лично. Когда, значит, мне очень захотелось ехать в Питер, так, ну, ностальгия появилась. А в те времена Архангельское телевидение имело возможность приглашать показывать спектакли, которые привозили сюда ведущие коллективы, театральные и оперные коллективы нашей страны. И прежде чем привезти сюда такой коллектив, естественно, выезжали посмотреть на площадке, да. И вот мы приехали с ним в Питер, значит, Малый оперный театр, Михайловский театр. И там была премьера «Борги и Бес», да, Тышка Гершина. В Союзе тогда эту оперу вообще не ставил никто. И вот Малый театр, оперный театр, значит, решил поставить эту оперу. И я, конечно, много, ну, то есть наслышан был Гершина, так сказать, и читал о нем, и понял о том, что эту оперу не очень любили ставить, вообще не ставили на советской сцене. Вот я увидел этот спектакль. И, значит, ну, вообще Питер есть Питер, а это еще вот эта атмосфера Михайловского театра. И с каким уважением к нему отнесся, так сказать, естественно, директор театра и главный режиссер театра. То есть те люди, которые ставили этот спектакль, и на каком, как профессионально он разговаривал с ними, не только, так сказать, как в данном случае редактор музыкальный, а как музыкант, понимающий, так сказать, вот, имеющий не только представление, а глубоко знающий и эрудированный музыкальный человек. Вот. Но больше я говорю, Владимир Васильевич, чем я знаю за пределами Архангельского телевидения, хотя книги вы читали, это действительно, он заложил основу вообще массовых музыкальных фестивальных, телевизионных фестивалей в нашей области. И я думаю, что был редкий регион, где телевидение такого, ну, все-таки регионального областного масштаба
позволяло проводить вот такие огромные музыкальные форумы. Не тот, который он только описал о том, что мы выходили, да, на центральное телевидение, но и то, что он сделал в области. Практически нет такого района, где бы Владимир Васильевич не побывал, и где бы его не знали, да, начиная от сельского хора и заканчивая, естественно, теми большими музыкальными коллективами, которые работали у нас и в городе, и в Архангельске, и, так сказать, в больших городах. Поэтому неоценимость его вот в этом музыкальном образовательном направлении учился. Я думаю, что и сегодня многие из тех, кто вышли и на профессиональную сцену, и продолжают, ну, сейчас не знаю, называется самодеятельностью или нет, на всяком случае, вот эти народные коллективы, которые сохранились, они сохранились и благодаря Владимиру Васильевичу. Но главное, мне хотелось сказать, что он был, так сказать, несмотря на его, ну, красивый мужчина был, да, и на него достаточно обращали внимание женщины, но он всегда был так внешне суров, но он был, значит, я просто вам скажу два слова ему и закончу. Значит, в среде лабухов, если вы понимаете, кто такой лабухи, да, это люди, которые играют в ресторанах, музыканты, да, он был свой, да. Среди музыкантов, значит, ну, скажем, классического варианта, симфонического оркестра, он был, помните его прекрасный коллектив, который он создал, да, симфонический, после ухода Максимкова, да, когда, так сказать, практически уже казалось, уже ничего, так сказать, в нашем городе не будет. Владимир Васильевич вот создал этот удивительный коллектив, который стал это самое. Среди журналистов он был свой человек, и мы могли выпить с ним рюмку водки, так сказать, и поговорить на самые различные темы. Это очень разносторонняя, многосторонняя личность, которой городу не хватает. Мне очень жаль, когда приходится встречаться с представителями нашей власти. Мне кажется, что вот это мы разбрасываемся теми же чужими, теми алмазами, которые необходимо было сохранить. Вот Владимир Васильевич Слесарев – это один из тех фундаментальных людей в нашем городе, да, и в нашей области, который должен вот сохраниться в памяти только вот в этой книге. Но и мне так иногда кажется, что он не то, что назвать улицу там его в честь, он еще жив, здоров, слава Богу, еще много лет проживет. Но чтобы не только мы сохранили, да, вот это наследие, которое он оставил, но чтобы оно и было, и, так сказать, продолжалось сегодня в наших юных поколениях. Спасибо вам большое, Владимир Васильевич, я сейчас наберу, он меня просил позвонить, значит, после того, как пройдет этот вечер. Я думаю, что много добрых слов скажет тебе в адрес. Спасибо вам большое. В книге, о которой сегодня идет речь, есть такие строки. Телевидение – творчество коллективное. Над 10-минутным сюжетом трудится не один десяток специалистов во главе с редактором и режиссером. Музыкальное вещание было на мне, а над постановочными музыкальными передачами работали вместе с Борисом Литваком. Он, воспитанный театральной культурой Ленинграда, был близок мне и по характеру, и по художественным интересам. Это ваша. В 1985 году Слесарев выступил в роли композитора, написав песню «Подснежник» на стихи Николая Журавлева. Из книги Владимира Васильевича. «Подснежники на минном поле» – одно из прозаических произведений поэта Николая Журавлева. Режиссер Архангельского телевидения Лев Бродский решил по повести поставить спектакль и работал увлеченно, заинтересовал всю студию. Лёва вдруг решил, что ему нужна музыка, которая проходила бы лейтмотивом через весь спектакль. «Лучше, если это будет песня», — поделился он со мной. С таким предложением я и пошел к автору повести. Спектакль «Посвящение Розе Шаниной» получил одобрительный отзыв северян, а песня Владимира Слесарева привлекла внимание композитора Петра Кольцова, который сделал со временем ее обработку. На сцене ансамбль «Ретро» под руководством Георгия Мищенко. Музыка Владимира Слесарева, слова Николая Журавлева. «Подснежник».
Сейчас на сцене Антон Гафаров, концертмейстер Нина Никонова, Фадеев в переливах нежной грусти. Thank you.
более четверти века, с 1976 по 2002 годы, Владимир Васильевич возглавлял Архангельскую государственную филармонию. В 1985 году было принято решение о возможности использования здания кирхи под концертный зал с рекомендацией установить там орган. Работы по реконструкции курировал Виктор Михайлович Третьяков, возглавлявший в то время Архангельский областной исполнительный комитет. Уходя в отставку, передавая свои полномочия Павлу Николаевичу Балакшину, Третьяков просил: «Помогите филармонии благополучно довести дело до конца». Балакшин обещал, слово свое сдержал. Архангельск обрел свой орган. Звучание его наполнило жизнь города новыми, светлыми и величественными звуками. О том, как это было, расскажет Павел Николаевич Балакшин. Без волнения не могу говорить. Добрый вечер, милое сердце Архангелогородцев. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, товарищи. И очень приятно, не говоря еще пока о книге, о делах, очень приятно встретиться с вами. Я всегда, когда меня приглашают, с душой иду на такие встречи. Потому что я очень люблю людей, люблю с ними встречаться. Потому что всегда узнаешь. Встречи очень много. Я желаю всем вам, прежде всего, счастья, здоровья, благополучия и успеха в жизни. Ну а теперь о книге. Вот понимаете, вот живешь с человеком рядом, общаешься с ним, причем очень долгое время. Вроде о нем знаешь все. А когда я почитал книжку Владимира Васильевича, я открыл для себя столько нового, что сколько, как я много мало знал его, этого человека. Какой это разносторонний. Я бы знал, что первые, как зарождались первые лесозаводы. Хотя человек он от культуры, от музыки, и вдруг пишет там слово «бумажа», лесной промышленности. Для меня это человека 40-летним стажем работы в слово «бумажа» лесной промышленности, это было очень интересно. И я хочу сказать, что в то время именно в Архангельске начинались первые лесозаводы. А в целом в Архангельской области было 48 лесозаводов. Представь себе, 48. Это почему все задаются вопрос Всесоюза лесопилки? Да потому что в то время Архангельская область была самая главная область, которая снабжала страну именно пиломатериалами. И они во многом шли за границу, то есть добывало золото. Я хочу сказать, что Владимиру Васильевичу за это огромное спасибо. Владимир Васильевич очень четко описал свое древо жизни от дедушки и кончая современной жизни. Вот здесь, я смотрю, сидят молодежь. Я хочу им сказать, вот обязательно прочитайте книжку. И казалось бы, люди далекие жили на Бревельнике, его братья, его дяди. На период Великой Отечественной войны они так же, как и все архангелогородцы, боролись с врагом. Кто на заводах, кто студентами. И вот его родственник погиб, был теперь еще в Сахотах на Алте, защищая здание Алте от немецких захватчиков. Ну, бомба попала в здание тогда Алте. Они дежурили на крыше для того, чтобы сбрасывать горящие бомбы. Таким образом, он не вернулся. Я хочу сказать, речь нам еще дальше продолжить, молодые люди. Архангелогородцы, друзья, гости, любите свой край, создавайте все, что вы можете. Сегодня вам дорога открыта. Если раньше нам было говорили, это нельзя, это нельзя, это не трогай, это не то, ты не так сказал, ты не так повернулся, то теперь вам дала дорога открыта. Дерзайте, любите свой Архангельский край. Это край нетронутой природы, еще пока есть места. Так что любите, защищайте, цените, как его ценили предки, да и сам Владимир Васильевич Лесарев. Теперь я хочу немножко сказать о том периоде, когда зарождался орган. Это был 91 год, когда путь, переворот, когда связи рушились, мы уже проснулись в другой стране, да и на Западе появилась другая страна, куда был заказан орган. Он заказан был в ГДР,
И за счет оптового обмена несколькими материалами. И вдруг не стало ГДР, стала единая Германия, которая твердо сказала, нам не нужны ваши доски, а нам нужна валюта, твердая валюта. И вот тогда возник вопрос, как же быть, где взять валюты, когда предприятия стали, прибыли нету, денег нету. А то, что я дал слово Виктору Михайловичу, принимая его управление в область, хочешь не хочешь выполнять там. И мы нашли эти деньги. Нашли, потому что по универсаме почти 600 тысяч немецких марок нужно было за него заплатить, а тогда это были сумасшедшие деньги. И мы нашли за два этапа, расплатились этот аргант. И аргант появился здесь. Так что благодаря, конечно, Владимиру Васильевичу и Виктору Михайловичу Третьякову. Один дал идею, другой просто строил концертный зал для того, чтобы поместился орган. Кстати, орган там раньше был в этой кирхе. Я узнал даже, что этот орган, когда еще была спортивная школа, он стоял там. И потом один, опять-таки вот Архангел Огородец, добросовестный человек, ночью со своим сыном смонтировали этот орган, демонтировали этот орган и спрятали под полу филармонии. А филармония тогда была рядом с Обыстолком, сейчас пристроена сбоку. Но когда это здание сносили, и здание не стало, и куда-то пропал орган. Так никто и до сих пор не знает, куда девался тот старый орган. А на месте теперь стоит на его месте новый, совершенно новый орган, который радует всех гостей и архангелогородцев. Вот именно благодаря настойчивости таких людей, как Владимир Васильевич, как Фридман Виктор Зинович, появился стадион с искусственным льдом и другие объекты, которые до сих пор работают и, надеюсь, будут долго-долго работать. Я хочу сказать огромное спасибо Владимиру Васильевичу еще за то, что я много его знал о композиторах, которые он очень подробно описывал. Очень узнал, хотя я не музыкант, и музыкального образования у меня нет, но я почему-то любил Баха. Может быть, потому и к органу прилип, что любил Баха. И когда, понимаешь, вот он о нем рассказывает, я с упоением читаю именно те слова, которые он сказал. Я хочу сказать еще огромное спасибо ему за то, что он просто был человечный человек. С ним всегда можно было пошутить, поговорить. Пусть не обижается, анекдоты рассказать, понимаешь, сам. Очень жизнерадостный, добрый был. Был и есть человек, который, я думаю, много принесет научных кружков, то есть напишет книг для наших архангелогородцев. Я был в том доме, не раз проходил в этого дома на привиднике, будучи по долгой службе там. Так что дом, если, как он пишет, дом срубленный, действительно, очень основательно и созданием дела. Так что Виктор Васильевич, я всегда уважаю, и хочу сказать ему сейчас, правда не слышно, я надеюсь, вы передадите ему. Мы ведем запись. Я кланяюсь ему, и спасибо ему за то, что он сделал. Спасибо. Из письма школьной учительницы Владимира Васильевича Слесарева Пелагеи Михайловны Поповой, 1995 год. Из всех музыкальных инструментов орган самый величественный. Под звуки его человек становится частью природы, становится чище, мудрее, добрее. И вот в день своего юбилея ты, Владимир Васильевич, удостоился чести, чтобы твой орган через знаменитого органиста Германии Рудольфа Хейнемана поздравлял тебя с юбилеем. Идут годы, меняются времена и люди, но стремление к прекрасному, так свойственное человеческой душе, неизменно. Я никогда не понимал искусства музыки священной, а ныне слух мой различал в ней чей-то голос сокровенный. Под звуки прошлого стоял и близким кажется, и ясным. То для меня мечта поет, то веет таинством прекрасным. На наш вечер пришли артисты, которым довелось работать вместе с Владимиром Слесаревым, и новый директор Поморской филармонии Алексей Борисович Павлов. Алексей Борисович,
Прошу вас. Добрый вечер, дорогие друзья. Я думаю, вот сегодня справедливы и полностью относятся к Владимиру Васильевичу слова о том, что талантливый человек талантлив во всем. Прекрасное подтверждение вот этому служит то, что журналист, музыкант, дирижер, композитор, телеведущий, музыкальный критик, я могу перечислять долго-долго-долго, да, талантливый человек, прежде всего, талантливый руководитель. И вот знаете, что мне больше всего поразило в тех строчках письма, которые Владимир Васильевич сегодня адресовал нам, это в конце он выражает слова благодарности. Знаете, это мы сегодня должны быть благодарны этому замечательному, уникальному человеку. Ну, во-первых, за прекрасный концертный зал, один из лучших в области, зал, где раньше был спортивный зал, да? И мы знаем, какого труда пришлось вот это все сделать, чтобы это состоялось. Конечно, орган, король инструментов, орган, который тоже отмечает свой юбилей, 2016 год, и уже 19 декабря, дорогие друзья, мы приглашаем всех вас на прекрасный концерт, презентацию, где будет дан старт к юбилею Архангельского органа. И именно этим мы обязаны сегодня в первую очередь, конечно же, Владимиру Васильевичу Слесареву. И, дорогие друзья, наверное, можно как у руководителя Слесарева поучиться прежде всего тому, что мечты сбываются. И мы продолжаем мечтать, и мы продолжаем сегодня строить вот такие планы и загадывать такие желания, которые, пользуясь, наверное, тем, что Владимир Васильевич человек очень счастливый. Счастливый в плане того, что действительно те мечты, которые оказались более неосуществимы, вот они исполнились. Благодаря этому сегодня действительно Архангельск – культурная столица Севера. И сегодня мы принимаем выдающихся музыкантов, известных во всем мире. И сегодня нам есть, конечно, о чем еще мечтать. И сегодня мы можем тоже говорить о том, что а как филармонии был бы необходим и симфонический оркестр, хотя бы малый симфонический оркестр, оперный хор. А почему в Архангельске нет оперы, да? Можно, есть о чем мечтать. Я думаю, что эти мечты обязательно должны осуществиться. И вы знаете, мысленно, конечно же, юбиляр сегодня вот рядом с нами, поэтому пользуясь случаем, с юбилеем, Владимир Васильевич. Давайте поаплодируем. И, конечно же, артисты Поморской филармонии сегодня первые, те, кто благодарен и с огромной благодарностью поздравляют вас с этим замечательным событием. Штейна на слова Лермонтова «Ангел» исполняют заслуженная артистка Российской Федерации Лариса Спиранова, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Перфилев с роялем, лауреат международных конкурсов Ольга Голдобина. Yeah.
Фортепианная фантазия Сергея Мочалова на песню Муслима Магомаева «Религия», исполняет лауреат международных конкурсов Сергей Мочалов.
Снова из книги Владимира Васильевича Слесарева. Так и приходишь к немудреному житейскому выводу. Не спешите расставаться с хранимыми в старом столе письмами и открытками. Не бросайте в печь пожелтевшие от времени ветхие бумаги. Сохраняя их, вы сохраняете надежду почувствовать однажды то сердечное тепло, которым, несмотря ни на что, обязательно повеет из вашего далека. Завершить наш вечер мне хотелось бы словами Аполлона Майкова. Всюду что нового слышишь, да вдумайся в старое прежде, в нем для себя ты найдешь нового много. Поверь, для вас играет концертный оркестр филармонии под управлением Владимира Слесарева. Благодарим всех за внимание. До новых встреч в Добролюбовке.